Меньше слов, больше дела. Молчаливые, но деятельные выпускники высших учебных заведений МЧС России вернулись в родные пенаты, чтобы служить родному городу и защищать его жителей. Сергей Мухтеремов в свои 22 точно знает, есть такая профессия – людей спасать. Он уже помогал ликвидировать наводнения в Хакасии и тушить пожары в Подмосковье. В первую очередь надо думать о своей безопасности, то, что не следует лезть на рожон, надо обдумывать каждое свое действие. 10 выпускников прибыли на службу в Самару, чтобы применять полученные знания на практике. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, спасение людей при пожарах – их основная цель. В торжественной обстановке коллегам представил молодых офицеров начальник Главного управления МЧС России по Самарской области Олег Бойко. «Работа у нас сложная, но и люди высоко ее ценят», – сказал полковник в качестве напутствия. «Мы делаем ту работу для того, чтобы на территории Самарской области по вопросам чрезвычайных ситуаций были защищены территории, были защищены люди, чувствовали себя комфортно, спокойно и были уверены, что в трудную минуту их спасут и придут на помощь». В этом году отмечается 25-летие образования МЧС России. Тем отраднее для управления принимать в свои ряды хорошистов и отличников. До конца лета в структуры Главного управления МЧС по Самарской области примут еще 14 выпускников. Но останется еще 17 вакантных мест. По словам Олега Бойко, в управлении рассмотрят кандидатуры всех желающих попасть на службу. Марьяна Мирная, Константин Головин. События.